стороны, чтобы было вам удобно. Подвинулись. Подвинулись уже. Подвинулись. Двигаемся, двигаемся. У нас большой зал. Двигаемся. Девочки. Здравствуйте, мальчики. Итуся. Значит, в каком зале? Рука должна быть. В каком зале, Настя? А что значит танцевальный зал, Настя? Что значит танцевальный зал? Это что за место? Что там делают? Танцуют. Катя, Катенька. Танцуют. Молодцы. А кто любит танцевать? Вы любите танцевать? Да! Ну, поднимайте руку, смелее кричим «да». Да! Да. Любишь танцевать, Костя? Да. Подумай, руки на поясе. А что значит танцевать? Руки на поясе. Что значит танцевать, Игорь? Что значит танцевать? Ты же любишь танцевать, ты поднимала руку. Леша, что значит танцевать? Опять Настя отвечает. Варя, что значит танцевать? Это красиво. Красиво. А что значит красиво? Думаем. Максим. Это движение. Движение. Хорошо. А что такое танец, Миша? Разную манеру, да, в исполнении танца и укрепляет еще и осанку. Ребята, а кто к нам в гости сегодня пришел? Хора. Муза танца терпсихора. А кто у нас хозяйка на занятии? Музыка. Пожалуйста, погромче. Кто у нас хозяйка? Царица. Музыка у нас? Да. Молодцы. Ребята, посмотрите, сегодня необычный день. На лесной сказочной полянке расцвел цветик-синецветик. Посмотрите. Терпсихора на каждом лепестке написала задание. Вы должны с ними справиться. Хорошо? Да. Ну что, начнем? Да. Да, не слышу, начнем. Да. Ну что, ручки, ручки на поясе. Улыбаемся. Слушаем внимательно меня, смотрим на меня. Все запоминаем, отвечаем, начинаем. Ребята, первое желание. Наступили холода. Да, да, да. Превратилась в лёд. Для здоровья настроения делаем мы упражнения. А потом мы умывались, а потом мы одевались, завтракали. Спина. Осанка, хором вместе дружно. Это. Не боюсь. Раз. Наклон корпуса вперед. Два, три, четыре. Выпрямляюсь. Прогибаюсь. Прогибаюсь. Откашливайся. Выпрямляюсь. Я могу и поклониться, и присесть, и покружиться на пол пальца. Повернусь туда, сюда, ох, прямешенько, ножки вместе, спина. Назад справился? Молодец. А подвижник на голову. И танец похож, а нет? На солнышко. На танец. На танец. Символизирует что? Солнышко. По солнцу идем, идем. Вправо идем. Раз. Идем, идем. Вы молодцы. Круг в танце является построением, фигурой, рисунком. Играть будем? Да! Ну что, детки, превращаемся в веселый засад. Пожалуйста, ручки на пояс. Повернулись друг за друга. Музыка, пожалуйста. И идем. Превращаемся в зверей, в зверей. Звери, 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 звери. Ну что, мы шагаем за осад. Побывать там каждый раз. Там медведи и пингвины, попугаи и павлины. Там жирафы и слоны, обезьяны, тигры и львы. Мы под музыку шагаем и движение выполняем. Готовы? Да! Ну, молодцы. Итак, превращаемся. Это лев, он царь зверей, в мире нет его сильней. Он шагает очень важным, он красивый и отважный.
Бабочка. Бабочка, не разговаривать. Улыбаемся. Бабочка. Бабочки, не хлопаем. Бабочка, молодец. Все, молодцы, молодцы. Ребята, покажите книжечку, что такое. Вытянули ножки вперед, сделали вдох и легли. Ножки вытянули, складочка, книжечка. Мишенька, лежи. Ребята, покажите, что такое буратино. Раскрыли ножки широко, сделали вдох, легли на левую ножку. Легли, легли. Катенька, еще поглубже, да, пониже. Настенька, ножки всегда стоят на пяточках, ребят. Не поднимай, пожалуйста. Поднялись, поднялись, Карлочка. Поднялись, поднялись. Игорюш, поднимайся. Вот, скрип в земле. Представляем себя синечком, цветочком. Представляем, Влад. И, наконец, чудо. Вот он раскрылся. Цветок впервые взглянул на мир. Улыбаемся, Мишенька. Давайте попробуем уложить ручки, словно лепестки. И оживим свой цветочек. Музыка, пожалуйста. Воображаемся цветком. По дорожке быстрая сороконожка. Громко ножка не стучит. Пати, лапа, нас пишет. Зацепилась за пенек и подняла 40 ног. 40 ног. Хи-хи-хи. Да. Ха-ха-ха. Вот такая чепуха. Положили на плечики и побежали паровозики. Цепляемся.